Так, ну и тут нам нужна тоже одна такая вот, почти похожая на нее, только без вот этих завитушек. Поэтому мы пойдем сейчас в Shift A, возьмем, посмотрим, сначала ничего не выделено, да вроде ничего. И мы возьмем сейчас курву, возьмем вот этот циркл и его перевернем сразу. R по Y на 90 градусов. Вот оно. Так. И потащим. G по X. Далее. Начнем формировать то, что нам нужно. Нужно нам вот такую штуку. Придется вот это убрать, так, чтобы видно было, что происходит. И сбоку это все делать. Вот так, я думаю, будет красиво. Да, вот так будет, должно быть красиво. Далее мы превращаем. Вот, блин, видите? Начинал не там. Чтоб тебя не задрали. Так, встаем в бок, берем эту штуку, говорим edit, убираем, чтобы видно было. Так, тащим G по Z сюда. Так, это тоже G. Так, здесь выпрямляем эту штуку. А это уже просто вот делаем так. Вот такая вот форма мне должна быть интересная, импозантная. Тут как-то не очень красиво. Да ладно. Так сделаем. Будет нормально. Так, теперь мы ее превращаем. Выделяем ее. Говорим объект. Это у нас конверт меш. Лишняя есть, конечно. Вот она. Лишняя. Текло. Так, отлично. Вот тут немножко G, так чтобы покруглее было. Вот можно удалить. Все. Далее с помощью B выделяем, говорим F, получаем вот такую штуку. Еще раз выделяем и говорим, что у нас так, у нас это E. Вот такая штукенция должна быть. Так. Дальше ставим ее на место. Смотрим сверху. G. Это вот так, да. Лучше быть даже пошире. S по X. Вот так. Так будет хорошо. Ну и далее мы с вами возьмем bevel и попробуем ее забевелить. Вот так, к примеру. Так хорошо. Так, и заодно еще сверху посмотри, скажи Shift D, перетащить ее компию по X вот сюда. Отлично.
Здорово. Хотя я такой, чтобы пошире, наверное, их сделал. Назад. S по X. Вот так. Там будет красивше. И Shift T по X. Вот сюда, вот. Сверху смотрим. G по X. Подвигаем. Отлично, ставим колеса. Вот они наши колесики. Так. Здесь нормально. 30%. Отлично. То же самое здесь. Смус. 30%. Есть. Есть. Так. Вот это чуть-чуть отодвинуть. G. По иксу. Чтобы оно прям в нее не втемяшивалось. Так. Теперь можно этот сказать, что объект set origin 3D курсор. Далее mirror. По иксу. То же самое объект 3D курсор. Мир. Все. Вот оно стало. Теперь нам нужно еще сделать здесь такую на шляпочку. На шляпочку, на шляпочку, да? Угу. Стоп. Прежде чем мы это сделаем, давайте мы тут тоже сделаем bevel. Здесь тоже было все кругленько, отлично. Ну и тут вот это вот антикрыло. Это будет, давайте посмотрим. G наверх, вы товарищи, все по местам. S где-то так. S по X где-то вот так. Дальше G идет вот так. Я думаю, что можно немножко пошире сделать. S по X вот так, я думаю, так. И еще, если переключиться сюда, взять вот этот и сказать S по X, он будет как раз ту самую форму, какую я хочу. А именно вот так. И сказать ему, что он должен еще bevel сделать. Bevel. Так, отлично. Готово. Так, остальное уже, ребята, дело техники. То есть мы можем сейчас как бы чуть-чуть типа раскрасить. Допустим, это у нас белое. Белое, да? Вот эти у нас. Подождите. Если мы скажем все черное, допустим, да? Вот. И скажем, что это вот, допустим, новый и черный. Смотрим. Да, он сделал черный. Отлично. Теперь здесь. Вот это серое должно быть. К нему добавляем еще один. Это будет серый. Где-то, который в хром превратим потом. Надо вот выделить.
не забудь ему сказать, что, дорогой, мы тебе присваиваем вот этот сильный материал. Вот тогда все будет нормально. Вот, видите, все. То же самое здесь. Это у нас будет деревянное, а это у нас будет белое, а это у нас будет всякие рисунки на них будут. Это надо в фотошопе еще пободаться. Вот. Тут мы можем очень просто поступить, если мы хотим, чтобы это было дерево, да, то мы скажем новое. Скажем, что нам нужна текстура, image текстура, да, и эта image текстура, мы ее открываем, где у нас Blender. Blender файл, но это не файл, а нам нужно Blender текстуры. Вот она текстура ее. Где она? Вот это, допустим. Вот у нас стала эта текстура. Ну, а здесь как угодно. Можно сделать красный, допустим, да? Если по желанию. Вот так. Ну, я хочу здесь сделать эти рисунки. Честно говоря, не хочу тут краса, но что я просто показываю, как оно должно быть. Так. И красим это в черный. Ну, а потом вот это с помощью плюса. И говорим ему, что здесь у нас добавляется материал серый. Вот этот. Это слишком светло получился. Ну и что? Вот можем его подогнать к тому материалу. Так. Ну и здесь тоже, к примеру, если мы хотим, можем вот этот взять и сказать, что текстура у него будет материала вот этого, вот третья. Вот. Тогда у нас получится вот такая машинка. Ну, а я пойду в Photoshop, наделаю здесь всяких украшений и отрендерю и поставлю их на продажу. Всего, дорогие друзья, на этом я пока с вами прощаюсь. Всего доброго. Пока. Я смотрю, вот тут еще у нас как-то немножко не то. Что-то маленько нарушилось. Все, всего доброго, как я сказал. До следующей встречи.